Приветствую вас, дорогие коллеги, охотники и рыболовы. Мы в Белгородской области, с ее славными охотничьими традициями и богатыми дичьи угодьями. Возвращаясь к истории этой земли, нельзя не упомянуть самый тяжелый ее период – Великую Отечественную войну. Именно здесь, недалеко, в районе деревни Прохоровка, произошло одно из самых грандиозных и кровопролитных сражений. Война и бомбежки благоприятны, пожалуй, только для птиц-падальщиков. Огонь и металл войны напрочь очистили эту землю от истори обитавших тут лосей, оленей и кабанов. Но время, как мы знаем, лечит даже самые тяжелые раны. Затянулась рана и на белгородской земле. И благодаря усилиям охотоведов, поголовья охотничьих промысловых зверей здесь опять на высоком уровне. Вчера нам удалось успешно поохотиться на косулю. А во время охоты перевидеть оленей и русаков. Вообще видно, что хозяйство здесь в крепких и надежных руках. Основные объекты охоты, это у нас, если брать, допустим, с весны, это пролет гуся. Вот, охота на вальшнепа. Значит, летом у нас можно охотиться по сурку, сурок-байбак. Вот. Значит, осенняя охота – это по перу, утка. Вот. Ну, а зимняя охота – это у нас заяц, лиса, ну, естественно, и копытная. Копытная – это у нас кабан, косуля, олень. Вот это вот основные объекты охоты Белгородской области. Ну и поголовье позволяет проводить успешные охоты? Поголовье позволяет, да, проводить успешные охоты, потому что плотность зверя хорошая, мы за этим следим, подкармливаем, охраняем. То есть хозяйство ведется на должном уровне. Ну, площадь угодий охотничьих Белгородской региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» составляет 913 тысяч гектар. Вот. Это много? Много, да. Охотничьи хозяйства у нас, в принципе, в целом укомплектованы, подобран нормальный штат работников, вот, технически обеспечена материальная база. И постоянно проводим, то есть подборкой кадров занимаемся. Это должны быть егеря, охотоведы, знающие это дело. Вот. Но охотоведам уделяется больше внимания. Внимание это в образовании, получение образования охотоведческого. Вот, потому что человек должен быть специалистом. Вот. Абсолютно верно, это точно верно. Нашей организации, ей 55 лет. Вот, и я знаю, что есть и более ранние организации, которым уже больше 100 лет. Вот, но сам механизм, именно общественной организации, он уже отработан годами. Сами люди поставили для себя цель, задачу именно воспроизводство и охрана объектов животного мира. Вот чем наша организация и занимается. Структура уже установлена. Вот. Если ее не будет, то возможности охотникам, я думаю, правильно охотиться и правильно использовать объекты животного мира будет тяжело. Потому что будет ситуация, которая приведет к полному истреблению объектов животного мира. Вот. И будет негативный фактор именно. Ну, как с объектами животного мира, так же и воспитание молодежи. Вот, ну, воспитание... разбрай будет, да, да, совершенно верно. Грибить райка и щука, все будут рвать. Да, да, да. Поэтому как бы нужно правильно воспитывать у охотников именно общаться с природой не на уровне потребителей, а по-хозяйски. Ну, для того, вот, чтобы что-то брать, да, надо что-то, да, и давать. Совершенно верно. Да, чтобы брать, нужно что-то и давать. Поэтому наша организация именно этим и занимается. Очень правильные слова, на мой взгляд. И именно поэтому я ожидаю сегодня успешной охоты на кабана. А пока давайте еще раз прокатимся по Белгороду, где, как мне кажется, много чего интересного можно увидеть. В частности, город изобилует необычными памятниками. Например. Я здесь в Белгороде, и памятник честному менту. Добрая слава, лучшее богатство, написано на нем. Говорят, был здесь такой гаишник, который не брал взятки. Поговаривают, что он был настолько честен, что оштрафовал даже свою собственную жену за переход в неположенном месте. Вот интересно, где-то еще в мире можно отыскать памятник, поставленный за честность? За подвиг, да. Памятников, поставленных за доблесть, тоже много.
Но, как выяснилось, честность порой – это и подвиг, и доблесть. И непонятно, что тут нам делать – смеяться или плакать. Вот интересная скульптура. Девочка, пускающая мыльные пузыри. Интересно она тем, что ее два раза крали, два раза возвращали на место при помощи, конечно, милиции. Один раз ее вроде бы сбивали автомобилем. В общем, бедная многострадальная девочка. Но, тем не менее, скульптура очень интересная, хорошая такая. Сейчас часто такие малые скульптурные формы встречаются в наших городах. Вот такими скульптурами оказался очень богат, замечательный город Белгород. Тоже. Все это, конечно, очень интересно, но нас ждет продолжение охоты на копытных. Вчера был день косули. Сегодня должен быть день кабана. Общественная организация «Общество охотников и рыболовов» приветствует вас в нашей Бекинской земле, в Большетроицком охотничьем хозяйстве. Сегодня мы проводим охоту на копытных зверей. Охота будет проводиться загоном. Загонщики гонят животных на номера. Номера стреляют. Вот. Значит, что касается основных правил по технике безопасности. Значит, стреляем только лишь в угонного зверя. Вот. Или же, согласно по рельефу местности, если вы видите, что, допустим, загонщику никакого вреда не будет, то есть пуля не пойдет на него, какой-то склон такой или холм высокий, то есть вы видите четко, что пуля ложится, тогда можно бить наверняка. Вот. Основные моменты еще, значит, стреляем по ясно выраженной цели, ни на шум, ни на шорох, ни в коем случае. Вот, значит, сегодня мы стрелять будем кабан взрослый, два кабана сигалетки и косуля сигалетка. Выстрел сделал, зверя добыл, по линии крикнул. Все готово, чтобы у нас не было, так сказать, перестрела. Вопросы есть? Вопросов нет. Что ж, коротко и ясно. Теперь не будем терять время и быстро на номера. Так, встали на номер. Сюда меня сомнения мучают, что сначала сделать. Площадку подготовить или зарядиться. Все-таки... Хотел тихо. Хотел тихо зарядиться, но не получилось. Надо. Готовим площадку. Наст очень сильный. Еще время, загон не пошел. Ну что, все готово. Будем ждать зверя. Место прекрасное, все дышит зверем. Кругом вытоптано, следы. Стоим прямо на тропе. Посмотрим расстояние. Прострел 130-140 метров. Так, вот мы на месте. Сейчас посмотрим. Здесь у нас довольно-таки далеко стрелять придется. Поэтому взял карабин. Минимально его ставлю. Ставлю кратность и параллакс до 100 метров. К сожалению, здесь у меня оптика с отстройкой параллакса. Так. Все, стоим, ждем.
Вот слышно, что загонщики начали свою работу. Нас не только остался, но по сравнению со вчерашним днем еще и окреп. Это, несомненно, осложнит работу загонщиков, с одной стороны. Но сделает подход зверя более слышным для охотников, с другой. Хотя с моего номера открывается такой обзор, что зверя пропустить невозможно. Вот прошло небольшое стадо кабанов, но от меня далековато. Следует пропустить их, не пугая. Может, на соседний номер выбегут. Готов. Да? Доходит. Да. Что ж такое? Да?
Готов, готов, готов. Доходит. Доходит, дошел. Сейчас дойдет. Сейчас дойдет. А на соседних номерах, судя по выстрелам, дела развивались очень неплохо. Голов 30-40. Ждем, не шевелись только. Первая бежит свинья, бить не будем ни в коем случае. Первая свинья. Одного нам хватит. Больше не будем. Другим тоже надо оставить выстрел. Идут медленно. Сорок два метра. Ну, для карабина, конечно, это не выстрел, но зато лег сразу. Вот у того кабанчика мы взяли. Там лежит. Сейчас закончится охота. Пойдем по следу смотреть, что там остальное было. Вот загонщики подняли косуль, но их мы не стреляем. Добивает. Сам только не подранил. Идет аккуратно, отбился от стада. Еще молодой, сигареткой, килограмм 60-50 максимум. Паш, там лежит же уже один. А в общей сложности голов, наверное, 60 вышло. Стадо. Наконец-то из леса показались загонщики. И этот насыщенный и напряженный загон для нас окончился. Там у одного замучили, надо идти искать его. Я понял, раза три стрелял, четыре он там. Ну я же кричал, он три раза пересекал квартальный выстрел, дорогу. И сюда же пошел. Козы прошли верхом. Олени, наверное, штук 15 было. И все ушли, да? Два быка назад ушли, а оленухи сюда куда. Идем разыскивать моего кабанчика. Благо белая тропа охотникам читается как книга. Вот это Лёшка кабана, здесь он как бы отдыхал под ранок, лежал. Ну, видно, что рана, по-моему, в задней части мы все захреначили, и одна в грудине. Одна в грудине, и одна в заднюю часть. Пойдем добирать. Пойдем добирать, да. Вот видно там по следам на Лёшке, видно, что поросенок был ранен в грудь и в зад. Проведили стадо. Так правее пошел, да? На крови.
Да вон, сейчас он вон лежит. Ну, наконец-то. Столько отмахали, да? Ну, слава тебе, Господи. Фу. Ну, поздравляю. Ну, спасибо. Спасибо большое, спасибо. Ой, маленький, зараза, ну сколько из-за тебя пота потеряли. Между нами ранят уже выстрелы. Постепенно начали собирать добычу. Ну, с полем. Спасибо. С полем поздравляю. Как ты думал? Шли поверху. Угу. Хруст стада порядка 20-21. Угу. Ну, считал, Вадим считал. Угу. Вот. И, ну, честно говоря, мне повезло, потому что бежало пятно кабанов. Стрелял, брал упреждение, конечно, ну вот попал. Ну, хорошо. Ну, с полем что, хороший пан свиночек, замечательный. Да, свинью пропустили, дальше угу. Они пошли. Ну, гулять. Хорошо, замечательно, вот уже есть. Идем смотреть добычу, собирать урожай, что называется. Лег на месте. Хрячок, наверное. Да, хрячок. Под лопаточку. Пуля насквозь прошла. Классический выстрел. Под лопатку. На месте лег. Кстати, дальше идут кровавый след, наверное, с предыдущих выстрелов кто-то подранил. А там ходил один. И еще одного подсвинка вовремя заметили и добрали. А? Подожди, не стреляй. Он ляжет, не стреляй. Подожди. Подожди, не стреляй. Пошли за ним. Подходи ближе. Здорово. Давай. Давай, бей его. Ну. В итоге общая добыча 8 трофеев за один загон. А это очень неплохой результат. Вот что значит отменное ведение хозяйства и правильная организация охоты. Ну что, уважаемые охотники, вот сегодня у нас состоялась охота. Результат налицо. Всех поздравляю с завершением нашей охоты. Вот. Ну, сами видите, работа проведена в организации. Зверь есть, поэтому всех с полем. Вот. Удачи в будущих охотах. Ну, стрелков поздравляю с метким выстрелом. Ну, а мы, охотники, от всей души благодарим организаторов охоты, что сохранили зверя и, главное, организовали все, сделали грамотно, профессионально, выставили под выстрел. Спасибо благодатной и богатой белгородской земле. И отдельное спасибо тем, кто это живое богатство охраняет и приумножает. Хотелось бы поинтересоваться у местных рыболовов, как здесь обстоят дела с зимней рыбалкой. Но об этом мы узнаем завтра.